там это? Там улица была, улица. Ну, там, может, говорить, да. Там была улица. Там, а куда мы это сохранили где-то? Вот, видите, значит, в ту сторону она росла. Ой, то есть была раньше. Я говорю, никогда. Поэтому мы за... у нас восстановление. Восстановление, значит, мы стараемся войти всех в пределы. Поэтому я вам расскажу, где она была. Какие люди жили. Жили, тут никто не был ущемлен. И всего хватало, и черему хватит, яблонь еще росло. Здесь устроиться. Сейчас вот где-то тут остановишься. Потом поленку еще. И вот здесь остановись. Все. Мы не помешаем никому, выходим. Заглуши, ключ вытащи. Стоп. Вот сюда. Вот сегодня у нас 8 июля 2017 года, суббота. Вот это у нас приехали Зонова, Николай, Анастасия, сын их Евгений, присмотреть место. Вот где Иосиф строится. Иосиф. И между ним и тут расстояние какое есть. Но это его брат застолбил давно, и он работает где-то в Сургуте и хотел где деревья. Вот это пустое место. Это поле Гречишина. В прошлом году было прямо на Гречихе все это сделали. Ну, заплатил. Вот это была деревня. Вон там, где растут деревья, это вторая улица была. Вторая улица. Вон от лагеря, ну, где лагерь идет. И она шла вон, где тополя кончаются. Вот. Эта вот деревня была до тополей. Там мы выйдем и посмотрим. Там сохранились саманные стены. Но вот здесь начинали, хотели строиться. Приезжали, посмотрите. Вы должны это увидеть. Конечно, Андрей, тут это защита. Все эти... Все это убирается, выпиливается, бульдозер будет, можно все убрать. Вот смотрите, где тут видно. Ну, надо за мной, пойдите. Запах. Ну, ветры-то основные оттуда дуют. Ну, вчера тут было вообще невозможно дышать. А? Мы вчера сюда приезжали, тут невозможно было дышать. Ну, нет, это не да и нет. Показать мы даже. Покажи фундамент. Показал. Чтобы люди видели. Все, идемте. Вот, ну, надо показать, что есть. А а здесь вот поле, а вот с этой стороны нельзя. А? С этой уже нельзя строиться, да, стороны? Дальше здесь? Но? Ну, конечно, можем. Вот это улица, это договориться надо. С ним тут, ну, гречку-то погубишь, значит, что-то отдать ему за это. Нет, так это... Иначе, значит, а там фундамент этот, Василий Лапкин в будущем, говорит, если он решится? На, ну, решится, то да. Ну, построить. Ну, вот уже занято здесь. Ну. Это моя сестра тут надо, чтобы не сестра занято строила. Было вообще, идем, чтобы никакого конфликта не было. Да, это понятно, конечно. Мы все осмотрим, чтобы, ну, другие это могли видеть. Здесь ну, можно, вот эта улица идет, можно вон до того места. Так, следующий год у него это все под деревню идет. Вот так, улица будет спрямлена, вот прямо на тополя. Дорога будет спрямлена. И вот как тополя идут, это на этой стороне. Тополя оказывается на этой стороне. Налево. Так, садимся. Ну, смотрите, всех с краев нас. На той и другой стороне можно. Это улица была. Дальше улица, поворачивал вон, где березы идут. И вон, видать, торчит кверху лиственница. И там заканчивались дома. Это от рожек. Там по ней выгоняли коров и уводили. Прямо едем, да? Да. Дорога шла вот так вот. Ее не было тут вот сюда заворачивать, вокруг этого не было. Дорога вообще главное шла там вон где. Идет она через Ложок и Кольшин. Вот это все здесь деревня была? Это деревня. Вот где вот деревья, вот это улица вторая идет. Это огороды были. Ну, где-то поворот где-то недалеко тут был. Ну, еще подальше проехать и... Видимо, вот здесь поворот был. Так что каждому полгектара нарезалось. Мы сейчас завернем. Вы озеро-то не видели? Ну как же? Видели? По этому. Ну, в прошлый раз были.
Так, мы сейчас здесь развернемся тогда. Вплотную к озеру не будем подъезжать. К этой луже нашей. Вот. Здесь жили самые бедные. Почему они такие были? Вот там подальше развернуться. Это ветер наломал. Тут саманные стены стоят. Сюда поедем, что ли? Да нет, да, можно не ездить. Туда понятно. Обратно. Вы саманные стены не видели? Можем посмотреть один раз. Давай выйдем. Так это далеко все равно от деревни, знаете? А? Далековато от деревни даже. Это деревня есть, она не от деревни далековато. Когда люди селились, это же по одному селились. А мы это только посмотреть, а то не цвета ничего нет. Мы будем все равно. Я показать должен, смотри. Ну пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Давно дождя не было, да? Давно не было дождя? Ну, может, дня три. А, как-то прям сухо-сухо. А тут быстро сохнет все, где трата большие. Здесь, конечно, хорошо, но где здесь свет взять, через плечи? Вот, пожалуйста, посмотри. Ага. Не это солома, заливалась жидкой глиной, и она здесь вот стоит, не размокает. Примерно в таком положении, без крыши, вот так, под открытым небом, 70 лет. Саманные домики. Саманные, такие крепкие были. Это 70 лет, это последний домик, дальше никого не было. Ну, просто подойди, поверни пальцем. Видишь, такой дом большой. Вот. Солома какая, она их не дает никуда ей двигаться. И дома теплые были, вот они какой дом были, заложили. Его разрушили, да? А? Его разрушили. Ну конечно. Mm-hmm. Ну вот она стоит, вот говорят, стены эти не тронули. Делали опалубку и дальше заливали солома, жидкой глиной заливала. Трамбовали. А? Или жидкие просто не трамбовали. Ну трамбовали, конечно. Mm-hmm. Трамбовали, как же нет. Видите, солома должна быть. А когда слоями сухая, а потом еще солома сухая, она не берется. Надо, чтобы она пропитала. Ну, конечно. Раньше крыши делали как? Косили. Аккуратно, аккуратно это все обрабатывали. Это... Большие глиняные ямы делали, такие вода не протекала. Угу. И жидкой глиной туда эти снопы помещали. Замачивали. Замачивали. Пропитали. А потом эти снопы крышу крыли через перекладину. Примерно срок 100-120 лет. И не протекало? Не, ну, не протекало, не пожар не возник. Ломануло тополь-то, вот какой он опасный. Вот сейчас кроют железом, допустим, дом строят кирпичный в городе. Средний его продолжительность заранее закладывает 150 лет. А крыша из глины 120 лет. Да, хотя кажется, ну что это? А то ничего нет, она не горит, ничего нет. На Украине всегда так и делают, видишь, какие они... Плотные крыши. И денег не стоит практически. Ну а какие деньги? Собрали, называется помощь. Ну помощь, значит, сила. Да, 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 раньше у нас так же было. Но помощь они. Теперь вот здесь вот это деревья. Здесь у них маленькие, как бы чижинка была, вода стояла. Ну, долго или нет, не знаю. При желании, вот поедем, где мы попали. Первый год здесь. Там все время стоит вода, а ты не хотела. Когда в канале не знали, что они строят, они вопрос задали, вода у вас есть? Здесь вода. Здесь, откуда? А вода есть, вопросы с подъездом тоже снимают. Хорошую плодородную землю можно здесь сейчас принести. Она вся земля плодородная. Вот она, видно. Такая. Жили люди здесь. Вот эта черемуха была. Тут жила моя тетка родная. Тихон Дмитриевич, а она Пелагея Дмитриевна. А, вот тут вот? Вот огород был. Вот. А здесь рядом на этой стороне. Это дойти, наверное. Да. Собирает по трубалке. Разобрали. Разобрали там тоже. То сгорело, наш дом сгорел, подпустили. Никого не было. Сорвет. Он гонял так, что сколько не видел было. Вон сюда поворачивается. Вот там пораньше. А здесь огороды заканчивались. Это улица. Поэтому мы это можем поставить вопрос об отнятии поля в любом случае.
растут. Никаких кирпичей, чтобы не было. Вот она, вода. Мы тут купались первый год, когда сделали. А вот это чья территория? Я сделал эту. Ничего. Раздевалку. Здесь нельзя строить, столба да? Поставил, и все деревья стали. Три дерева. Игнатий Ихнович, а вот это вот ничья территория, да, вот это вот вообще? Вот это проездная дорога. А-а-а. Дорога проездная. Это дорога всегда была. Корова, дорога тут. Тут уже ничего нет, тут все здесь. Ну вот, эти гости. А вот тут тоже когда-то дом стоял здесь? А? Здесь тоже дом стоял? Или вот к этому дому отнесено? Это к моему дому относится. А тут дорога заворачивает и все. Это неприкасаемо тут уже, все. Роман приехал, здесь деревьев было много, он их попилил, вот осталось ему 5 штук тут. И все. Он зимой их убрал. Но у него мало получится территории у него, да? Я огород ему половину отдал своего огорода тут, этот, который к этому относился. Вот они тут уже все сладко гоношатся. Ребятишки уже собирают. Ну тут все затыкано. Ну тут понятно все. Вот. Тут ни налево, ни направо уже ничего нет. Тут у Игоря техника. Дом был за Игорем, был дом, но теперь кого тут брать, тут никуда. Электричество до сих пор дошло. Это уже да, все. Даже говорить про это не надо. Тут один был такой, и вот там, видно, землянку строил, забился, уехал. А здесь проезд был очень плохой, но вот как могли сделали, а потом ее опять разбили, но разбить-то разбили, она себя держит. По крайней мере, ям нет. Да, и нормально. А то вообще такая выбоина. Вот этот щебенка, который лежит вон до туда, 232 тысячи я отдал. Ну. Смотрели все мы ролики. Смотрели, ну вот. А вот здесь у нас-то камень бесплатный вообще. На той стороне, кажется. Камень, глина. Вот. Школа, да? Школа. Гравий, все это. Сейчас проехай маленько, остановишься. Песок. Вот здесь приостановись. Вот. Дело обстоит так. Тут поворот. Кроме улицы окрожек был, и тут жили люди в этой тени. А тут ничего не изменилось. Пойдем дальше. А вот с этой стороны? Ну. Вообще темно. Вот смотрите, мы картошку здесь садили. Но вот это вплотную, там тополь-то, он закрывает все. И она там никакая. Мы отступили 10 метров, а здесь 10 прибавили. Чтобы огород не терять-то. И у нас все выправилось. Вот то, что там впереди стоит, вот это все можно сметать и выбирать. Дрова. Дрова и выкопать. Это клён. Сорное дерево. Подусадить. Да? Оно почти рядом здесь. А сколько тут вот соток? А? Сколько тут соток? У нас было 10 распахано. 10 было. 10 было. Да. 10. 10 до этого мы там отрезали здесь. И там можно дальше часть-то полей убрать, которая мешает. Ну, да, то есть это можно расширить насколько угодно. Ширить, да. Это все сорное. Березки, конечно, жалко, если их убирать. Мы стараемся не трогать. А вот здесь дорожка идет. Дорога, вот она прямо заросла. И здесь начиналось от рожек с двух сторон улицы. Вот это все деревья, все наросли за эти годы. Ну, что-то 50 лет назад было. Здесь вот, я считаю, самая несчастная семья жила. Все погибали, погибали мне люди. А с этой стороны нельзя, да? И здесь тоже на этой стороне жил один человек, только один. Угу. Справа, вон где-то поля. Он жил. Туда дальше. Да, Семен Хольдин. А там дальше поле его идет. Это прямо напротив пруда. Это место очень хорошее. Вот это вот место. Оно защищенное. Вода рядом. И, ну, то есть хорошее место. Он жил. Один. Больше стороны нравится. Вот вон я, вон до тополя можно подъехать, просто посмотреть. Давай, завернем назад. Там дорога есть, да? Давай, вот да. Дорога, вот дорога. Угу. Ну здесь просто пешком пройти надо, заросло все. Угу. Это улица была. Улица, я не знаю, домов может быть 5 с этой стороны, и там 5. Все на этом кончилось. А туда дальше, да? Дальше туда, вот так. А вот эти тополя люди садили? А это, как-то, я не знаю, сами они посадили. Как-то в ряд. Ну в ряд, надуло их там, а там это, покуда вода течет. А, водичка была. А, да, тогда упала, а ему это благодатно. А тополь он неприхотливый. Этот, вода идет в русло. Он прям в русле все наросли, как будто так и надо. Конечно, их трогать не надо, эти тополя. Я как-то замахнулся было, убрать что-то делал. Ой-ой-ой, тот поделся. Махнул рукой. Да я не думал. А вот этот доник, его добавляют в табак, когда курят.
На чай хороший. Он хороший, он медоносный. Да, он медом пахнет. Да. Давайте туда заглянем. А вот это цикорий. Синенький цикорий. Угу. Это чаевой. Тут трав очень много таких, там кровохлебка, еще только нет. Назад маленько сдай. Поехали. А, Анастасия. А мы пешком пойдем. Садись. Тут недалеко. Пешком. Ну давай пешком пройдем. Слева тут ничего нету. Тогда трассы этой не было. А туда дорогу прокладывали. А это прокладывали дорогу. Ты землю выбрали туда. Ну да. Когда перед самой перестройкой, они успели дорогу маленько закончить, начала перестройка. А перестройка это означает все проходание. Вот так. Все, убирай с дороги, что включает. Это никто нам не уберет, кроме нас. Помаленьку, оно будет чисто. Потому что падает же иногда. А на велосипеде ехать это опасно. Вот правильно, что поехать. А это чье поле? Вот это? Все, это свободно. А вот это чье поле? Игорева. Это Игоря все. А это гречка у него. Ну, вижу, гречка. Угу. Это гречка. И дальше пойдем. Это сюда далековато. Вот это не земля, это земля выбрана сюда, вот на где мы идем. А вот эта ширина 10 метров. Трасса. Видишь, там мышь растет, там мышь не растет на ровном месте. То вот здесь, конечно, вон здесь. Это вот рядом. Это вот то, что в том году подняли плотину, она тут. Вот это приподняли, она прям видать, да? Да, видно. Ну, она застоит такая. Вот, тут повыше сейчас маленько будет, прямо напротив озера. Вон, смотри, какое дерево. Дятлом раздолье. Вот это тополя, он, видимо, сам посадил. Семен Кользин. Не знаю, тогда были эти деревья или нет, вот эти вот, но это видно, что отсюда толстые тополя. О! Вот теперь мы прямо на это место пришли, где он жил. Вот сюда подойдите. О, где сучки обломило. Ну тут видно, что они раскопали. Это после его, как он уехал отсюда. Да, брат. А дальше вот это самый дом. Нет, я тут снимаю сейчас. Езжу с этими зонами, они тут место выбирают для строительства. Теперь яма эта не нужна нисколько. Так что в случае чего тут можно все разровнять. Ну, нет, брат. Конечно, топали с тополями возиться надо долго. Да он сейчас тоже там работает в другом месте. Это только к нам. В доме. Давай-ка отвернем в сторонку, чтобы никто не брякнулся. В мой дом прямо. Там сестры на кухне. Ага, спасибо, что. Это брат. Забери то две цепочки-то эти или как? Гонит, спрашивал. Поселился и жил. По корову гонять, когда гонит, он выгонит. Земля хорошая, вода рядом. Вода. Это один из самых главных компонентов жизни человека. Корову, что у него видимо пользовался. Вода не неплохо, там 4-5 метров. Отрожек там показали. И улица около лагеря. Улица называлась Новостройка. Ее не было. И было план поставлен 750 человек. В 72-м году. Но в 72-м уехал последний житель. Выступила одна профессор. Там я не знаю, Заславская или какая-то. Что выгоднее, когда люди вместе. Укрупнение. Укрупнение. Вот и все. А люди укрупнение по городам. Ну вот, люмпами. Ничего нет. Совершенно ничего нет. То есть, если бы сейчас приехало несколько человек, ну, допустим, человек 100,
и стали выбирать, по всем местам расселили. И у каждого было преимущество. Вот это вот кусты вырубить, это пустяк. Понятно. А как заболеть? Вот откуда угодно земли. Так это много. Ну, на это люди не смотрят, которые в горах живут, там мы ездили, лепятся прям, ну, ни машины не подойти, живут. А тут вода, все есть, поехали. Садитесь. Сейчас развернется, сядем. Может и не разворачиваться, сдаться туда назад. Далеко сдавать, лучше развернуться. Не, ну здесь однозначно нет. Ну вон подальше, можно проехать, развернуться. Войдет. Нет, это не электричество, ничего. А ты попробуй подальше чуть-чуть. Это надо миллион сюда. У нас таких денег даже нет, помимо. Если эту яму закопать, тут у нас сколько? Сколько тонн-то надо? Тут миллион надо, чтобы яму закопать. Нет. Сколько КАМАЗов надо тут реально надо смотреть. Конечно. КАМАЗов тут надо вывалить, наверное, что 10. Это за Иосифом. Я другого места не видел. Вот это как бы тоже мне ничего места. Вот это, да. Угу. Ну, если его туда прочистить, там же открывается обзор-то потом. А там, это... Там идет следующий уже покос. Андрей вроде Устинов покос. А то есть, опять же, не будет 40 этих соток? Я не знаю. Вот чего не знаю. Я не знаю, сколько это длится. Батюшка сказал про 40, а этих соток-то нигде не видно. Я не вижу. Везде очень мало. Ну, земли. Ровными участками-то их нету. Нету. А вот... Нет, ну даже не ровными нет. Ну, смотрите. Отрывайте. Угу. Это вот середина улицы. Вот здесь тоже улица была? Да, да, да. Середина улицы. Здесь дома были, да? И да, и так. Одинаково, как там, где проезжали. Здесь электричество не будет никогда. Деревня строилась не с того конца, а с этого. Угу. Вот это был центр деревни. Центр. А сейчас, видишь, батюшка приехал, там стены, хоть и полуразрушены, но были, клуба. Угу. Там храм. Ну и все. Стал строен. Что-то там тополь лежит. Сломило. Вот, в любом месте. Сейчас я говорю, приехало бы 100 человек. Это место сразу бы разобрали. Эти, да. Еще вместе у сложиться электричество провести на боях. Да. А одним-то же... Один, видимо, обманывал он. Тополь упал. Помнишь, гнилушка. Напоры-то можно не бетонные поставить, дешевле. Ты смотри, ветер сейчас наломал. Да. Ветер. Вообще, вон два свалил. Отпилить, это все, что ли? Всю деревню все еще была туда, да? Тут всю деревню и деревня, да? Переломало сколько ветром-то. Угу. Толстый прям. Это вся тут улица была, да? Это улица. Так как вот где там батюшка живет, дома идут, так вот дома здесь были. И вот мы, когда утром выгоняли коров, мы должны были дойти до крайней и потом гнать и кричать: «Коров, гони!» Это его гречка. Сейчас повернем здесь и посмотрим озерко. А вот фундамент видно вот тут. Вот здесь жили Рыжкова, она была замужем. И в такие эти-то, вот влево сейчас повернешь, вот там, за гречкой. Вот все, поворачиваем. Вот тут, вы заметите, след какой идет. И сразу влево, тихонько. Видно где? Вот он. Ага. Вот он след, вон он, правее. Проверь. Вот он след. Вот по нему езжай. Вот куда мы подъехали. Вон на деревню. Вот отсюда начинала строиться. Она Рыжкова, Рыжковский пруд. Но фамилия ее была потом Потеряева. Она за Потеряева Ивана Нефантьевича вышла замуж. Что у них? Запрудили. Своими силами это все делали. Запруды. Что ему где остановиться? Здесь ровная дорога, что-то ничего не видно. Может, там, вон там, вон там дальше повернешь, там езди поворачивается. Тут все время машины ехали, разворачивались. Прямо, нет, тут обрыва нет никакого. Прямо. Вот так. Там быстро заросло. Недавно тут все делали, не было. Блин, прям на мост держи, вот прям левее. Левее, прямо не. Там яма. Вот так, все. Остановиться можно. А не там он поворачивается. Выйдем, посмотрим. У них была кузница здесь.
Я не знаю, была мне тлелью что. Озера никакого тут уже не было. Такое по колено было. Посмотрите, они там еще. Рыбу сюда или что хотели? Ну да, здесь глубокое озеро. Ну не глубокое, а глубокий путь. Один из глубин. Так вот здесь есть это побрызгало? Да, да, да. Ну там уже здесь. Посмотри, насколько. Пройди, посмотри. Дальше, видать, бобровая хатка. И вот тут тоже одна. Вот там есть и нет бобры. Вот это мы все где они прорвали, прорва была. Посмотри, Володя, давайте глянем. Ну, я приехал когда сюда, она у них из подъезда фонтанирует вот таким вот фонтаном. Ну, мы в течение полдня закрепили ее. Это все копали, мы, видите, растаскивали. И бутились сеном. У нас тут Игорь привез сено. Вот оно здесь сброшено. Вы его зарыбили, да? Вот оно. Мы скоманили. Видишь как? А? Вы его зарыбили? Это шерсть. Нет. Нет. Смотри, какая крапива за это время выросла. Гляди. Ой-ой-ой. И вот мы натолкали этих палочек. Видите, они как поросли. Вот здесь целый обрыв был. Это все мы. Тут целый обрыв, говорю, был. Мы наблюдали в этом. Да. По роликам, да? А вот смотри, ролику, ага. Это опять мы насадили, поставили, вот это все забутили, вот это все забущенное было. Остановили движение воды. Так, поднято? Заметно, нет? Ну, заметно. А где ты, где-то у тебя контрольный-то стоял? Да где, мы уже все забутили его здесь. Забутили. Конечно. Ну, во всяком случае, нигде не прорвало. Там, глянь тоже. А раньше была здесь у них прорва, вот она, глянь. Вот отсюда, и вон до туда вот прорва была, во. Каждую весну здесь. Ну все здесь остановили. Все. Смотрите, тоже палки все проросли. А весной вот там спускать воду. Что-то не первое поселенцы. Потеряю, поехали, выделили землю. Это, конечно, организация такая. Кто-то там поехал наши за ягодами. Алексей Устинов. Тут ягоды, можно подъехать посмотреть. Вот они поселились, вот здесь, конечно, гречники. И люди, приезжающие около них, начинали селиться. И так они дошли до того конца, там в роще была раньше, ее избрали как сторону. Сколько там, 120 дорог было. 136 душ, кажется, было мужского населения, ну и женского примерно. Люди, которые где-то отдельно делятся, они как их делают? Как? По каким признакам? Вода. Вода. Главное, вода. Вода, это земля. Мы подняли, вот видишь, эту. Если даже вода поднимется, чтобы не ушла, валик сделали. Теперь у нас вот это много глины ушло на это. Поднять надо хотя бы на полметра. Бульдозер приедет. Приходится брать расходы на себя. А сейчас еще электричество. Кроме воды-то. Ну, электричество как? Как потерять перечинали? Да, да, да. Ни одного столба не было. Это не так покупать пасынки. Все привязывали. Это все такое. Главное это желание. Было желание. Мы приехали, вообще ничего не было. Лопату батюшка взял и все. А сейчас такая техника работает. А куда ты развернешься? Назад прям маленький. Так, посмотрите, так. А вперед нельзя проехать, вот тут развернуться внизу, нет? Вот, посюда проезжали тоже. А поезд-то где? О, где поезд? Кто? Поезд, с какой стороны идет? Вон там. А он с той. Какой запах идет тоже от травы. Это вон озеро брал. Тут вот сейчас ровная. Ни коряк нету, ничего. Нет, вот коряк вижу. Вот смотрите, как коряк. Так, что такое? А, коряга. Это охотники, ты давай убрать. Костер. Нет. А, костер. Это охотники здесь были, все, больше ничего нет. И а они хорошо обложили.
Абам. Чтобы не разгорело нигде. Ну, молодцы. Ничего не повредили. Травище, травище. Ну да, трава-то хорошо. Все. Убрали. Поехали. Заглянуть, где машина стоит, ягоды заглянуть. И началось время уже, время. А топить уже и. Сейчас пойдем. Слишком ну, заглянуть просто минутное дело, хотя по горсти набрать. Ну, так, конечно. Садитесь. Время. Брось в сторонку. Вот мы посмотрели, как было раньше. Ягоду там у себя берем, да. Не видели. Он хотел развернуться. А не надо? Ну ладно. Садитесь. Ладно. Мы уже ягоды поели. Теперь уже, наверное, там... У себя дома? Конечно. У нас там же все растет. Тоже клубника, да? Конечно. Просто нынче было у нас сильное засуха, весь май не было дождя вообще. Ну у нас тоже вот. И в июне были дождь, ну просто символически. Садитесь скорее, выезжайте, пожалуйста. Выезжайте, выезжайте. Да не будем эту гору называть. Не, садись. Тут такая ямища.